Как дела, друзья? Меня зовут Мэко, мы продолжаем с вами играть в Pit People. Это уже 10-я, наверное, серия, да? У нас, или какая? Кто следил, конечно, до этого. Кто не следил, обязательно посмотрите. Ссылка на плейлист в описании под видео с первой серии, как мы с вами путешествовали, что мы выполняли и как. Давайте посмотрим на бонусные миссии. У нас тут дофига вообще бонусных миссий. И я, опять же, не хочу дальше продвигаться по сюжету, потому что игра закончится, и вы дальше смотреть не захотите. А мне очень хочется еще поиграть и еще попрокачивать наших главных персонажей, чем я, в принципе, и занимался. Да, я добыл одного грибочка, но этот грибочек буквально 7 уровня. Хреново. Тем более, что у нас денег 9000 с вами. Это очень классно. А вот эта штука, один квест выполнен. Куча всяких, вот этот щит клёвый я поставил, куча всяких шмоток у нас появилась, но все они, к сожалению, не настолько хороши, как наши прокачанные главные персонажи. Поэтому мой большой зад делает большие какули. Нельзя иметь более двух активных заданий одновременно. Это понятно. Я уже спасал здесь кита. Клево сражаться в подводном таком мире. Прикольно. Может, мы этим чем-то как-то и займемся с вами. Но сейчас у нас есть где-то здесь неподалеку очень интересный и прикольный квест, который мне хотелось бы выполнить. И кроме того, еще есть один прикольный квест. Там своеобразная башня. Я думаю, что мы в эту башню с вами и заглянем. Вот в эту. Но перед этим мне хочется выполнить квест. Представляешь? Послушай легенду о Гвенифер Пузыркинс. Три черепка. Погнали. Гвенифер Пузыркинс. Ну давай, чего ты? Это что, Бэби Бёрд? Какого? Прошу прощения, сэр, вы потерялись? Нет, просто увидел что-то странное. Может быть, вы увидели одного из друзей Гвенифер Пузыркинс? Знаете, детишки, глубоко, очень глубоко в длинношерстном лесу играет Гвенифер Пузыркинс. У нее есть друг по имени Шарик. А еще поцелуйчики, мистер Хлеб. О, блин. Ох, блин. На что-то я серьезное нарвался. Да, кстати, у меня новая карта получается, друзья. Ну, у нас уже с вами. Очередная новая карта. И здесь появились вот такие красные. То есть они раньше были, да, которые вот подгорают немножко. У них бомбит, наверное, или у них подгорает, не знаю. Но их довольно много на самом деле. Я встречал. Не знаю, кто это, то есть либо супер-пупер прокачанные, либо... Сейчас познакомимся, в общем. Еще есть цифра, кролик и птенчик. И не забывайте желейку. Слушай, а не дофига вас тут? Конечно, вонючка, но лучше друга у меня нет. С мякоткой желейка, да, милая желейка, которая сейчас вас всех убьет. Ну, это мы еще посмотрим. Пора бежать, детишки. Имя Желейки было сказано трижды, поэтому он и пришел убивать вас. Детишки такие на тапке. Окей. Победите Гвенифер Пузыркинс. И что-то мне подсказывает, что это будет сделать довольно сложно. Ну да, у нас бандочка, в принципе, в прежнем составе. Единственное, что нашему пепперминтику я немножко притчу изменил. Ну и, конечно же... Пипистрелка теперь с лисичьей башкой. Вот. Знаешь, куда бы я... Вот сюда, наверное, встал. Вот. Так, куда мы бьем, до кого добиваем? Я по-прежнему не вижу. И это на самом деле не очень хорошо. Да, я добыл такую пушку прикольную, которая... Мало того, что... Ладно, потом. Все потом. Все увидите. Совсем познакомитесь. Со всеми познакомимся.
Так, наш славный Горацио пойдет против этого здоровичка. А мы будем стрелять куда-то, типа, как-то где-то что-то... Не вижу, кого я могу ковырнуть. Видимо, кого-то смогу ковырнуть отсюда, допустим. А здесь. Здесь я хочу встать как-то... Они ж по кругу обойдут, правильно? Поверху. Давай пока вот так вот встанем. Что там происходит? Пузыркин, сберегись! Зомбиков валил. Могилу валил. Зомбики стрёмные падлы. Они сразу окружают со всех сторон. И попандосило еще то. Так, так, так. Ты к нам подходишь с чайником, да? С чайником, говоришь. Ну давай-ка мы тебя как-то попробуем зачайкинить. Так, этим станем вот сюда. А этим станем пепперминтиком нашим рыжим теперь. Как-то вот так, да. А этим мы вот сюда встанем тоже и будем валить черникой. Я решил нашей пепестрелочке выдать чернику, которая... Через один гекс, короче, метает всякие штуки. Вместо щита. Думаю, что это будет прикольно. Ага, ну да, окружают сразу. Клево. Очень клево и не клево одновременно. Что у него с башкой? Что-то он пережрал или перепил, или что-то пересмотрел на небо. Каким-то образом. Как бы мне по вам так эпично жахнуть вот отсюда. Да. Отсюда. Там-п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 ам. Жакапандам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Жакапандам-п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 ам
Нет, ты оставайся на месте. А пипистрелочка, наверное, подойдет вот сюда. Да, и здесь мы оставимся тоже. Пипистрелка прокачалась. Чалась. Клево эта штука бьет, вот этот метатель динамитов, как вы поняли, да? Но проблема в том, что по своим тоже огонь ведется. Вот это не очень как-то. Как-то совсем не очень. Давай будем валить вот этих вот здесь. Эту засранку, наверное, вот так. Ага, этих дальних. Там морковками кидается вообще. Зайчик, кролик. Зайчик, кролик. Тут останемся, да? Останемся. Но прикол в том, что я этого здоровяка пропущу таким образом. Ну ладно, пускай проходит. Ага, кач. Хороший кач. Очень хороший кач. Вот эта дрянь, я не знаю, что она делает, но никак не могу понять и уследить. Надо за ней, с ней как-то быть повнимательнее, наверное. Так, давай подойдем вот сюда. Хорошо, эти попадают, эти тоже попадают. Ты у нас как, попадаешь или не попадаешь? Ты у нас вообще, София, сражаешься с тремя. Что не очень в твоем положении. Здесь иммунитет, понятно. Это вот так, а это...
типа вот так, наверное. Можно перейти чуть подальше, да, чтобы не бить своих. Давай, наверное, вот так сделаем. А пепперминтик останется на месте. Какой-то клевый квест. Все у нас прокачиваются. Наваляли дестройеру. Нет, дестройер, нет. Нет. Не надо. Вот сюда подойдем. Этого добьем. Наверное, добьем. Так, тут у нас получается, да, расклад хороший. Там тоже такой не очень хороший, но пойдет. Здесь у нас получится вот так. А здесь получится вот так. Все. Всех вали! Всех мочи! О нет, желейка! Думай, думай, думай! Если ты хочешь победить, то нападай на Гвинифер. А, они оживают? Она просто заново выдумает своих друзей, если ты их убьешь. Вот оно чё. Погоди, ну значит нам тогда бессмысленно с ними сражаться, вот со всеми, правильно? Правильно, правильно. Так, куда-то бы... Она по-любому подойдет сюда поближе. Будем надеяться, что она так и поступит. Так, наша стреляшка, бомбашка, да, куда нужна стреляшка. И это тоже. Хорошо. Значит, нам нужно как-то идти или обойти, или куда-то пройти. Вот оно чё. Давай вот так, наверное, пойдем, да? Короче, главное продержаться и завалить эту заразу. Вообще, можно было бы, конечно, ее... Но, видимо, я не смогу этого сделать. Так, как-то не хочется... Слишком близко подходить... Так, сюда и наша металка. Металка-метелка. Как-то ты совсем не очень стоишь. На самом деле, и походить я ею никуда не могу. Чтобы попасть. Давай вот так хотя бы, да? Да, вот так. Слабоватое оружие. Слабоватое. Но прикол в том, что мы с вами, друзья, уже пробрались... 1/5 часть игры прошли. Для того, чтобы что-то заанлочить. А что анлочится, я пока не очень понимаю. И, пожалуйста, мне не спойлерьте, что это будет. И как вообще это будет. Давай мы, наверное, вот так, да. А здесь мы будем подходить к ней отсюда. Зря, конечно, наша пепестрелочка пошла так далеко. Так, можно как-то по тебе жахнуть чем-то таким дальнострельным? Видимо, нельзя. Так можно. Да давай завали ее уже, у нее там мало здоровья. О нет, мистер Хлеб, думай, думай, думай. Что ж ты дотошная такая, выдумала друзей, а
Они нам валяют. Они же нам валяют. Так. 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 Итак. Давай уже добей ее. Есть, хорошо. Ух. И все, между прочим, выжили. Гвенефер Пузыркинс! О, Гвенефер Пузыркинс! Они убили ее! Ой, кошмар какой! Детишки, бой окончен, пора идти домой! Что, обязательно? Вот отстой! Да, маленький монстрик, дети, ха-ха, такие кровожадные! Клево. Покинуть задание. Конечно, покинуть. Смысл. Сейчас кого-то восстанавливать там тудым-сюдым. О, клево шмоток. Клево. Слушай, я сейчас, получается, если вернусь, то я не смогу... А, музыкант. Правда, какого он уровня, я не знаю. И на самом деле это фигово. А, давай лагерь устроим. Ну, восстановимся, получается, да? И пойдем вот сюда, в эту... В эту пещеру. Форт Клетчатка. Бандиты воруют вещи у туристов. Верни их законным хозяевам. Блин, 4 этих. Ну ладно, посмотрим. Только лагерь давай устроим. Это все, что ты мне вас... Я думал, что полностью здоровье восстановится. Не, ну... Я, конечно, понимаю. Да, кстати, я обещал... В комментариях меня просили, вот... Засрать всю карту. Ну, у меня, конечно же, это не получится, но я максимально засрю все, что можно. Вот. Давай какаем еще, давай. Какаем. А, тут определенное, наверное, количество, да? Вот, засрали все. Теперь погнали по заданию. Так, ты, чувак, меня не устраиваешь. Далеко. 4. Да. Они еще не добрались. Вы, наверное, слишком... Либо слишком круты, либо слишком удачливы. Действительно так? Мы просто хотим проверить ваш большой форт. А можешь нам сказать, что там в середине? Бандиты! Лагеря бандитов. Там... Эти бандиты... Мы не они. Мы хотим освободить эту землю для королевы. Вы хотите сказать... Что вы сказали? Освободить? Это круто. Я могу помочь с этими бандитами. Так, ну понятно, да. Давай. Мой большой зад делает большие какули. Что-то у нас на какуле все. Вот я прочел с самого начала, да? Мы обкакали все. Если мы не уничтожим их провизию, они смогут сидеть там вечно. А, опять нужно палатки валить, да? И пробираться... Ага. Яблоко большое, клево. Нам придется разобраться с их припасами. Что-то только что промелькнуло за кустами. Мигрирующие гномы? Гномами тут и не пахнет. Готовься к битве. Начинайте крушить. Так, хорошо.
Клёво с этим делом вообще справляется наши... наши метатели и обкакатели. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я. И обком. Поперли. Что-то вот на таких картах я заметил. Мы слишком... слишком близко можем ходить. Ну, то есть недалеко ходим. Когда нам нужно, крайне нужно это сделать. Крайне быстро и эффективно. Ага. Так, это мы идем сюда. Это мы идем сюда. И это сюда тоже подтягиваемся. Хорошо. Какой шлем у него прикольный. Деревяшка такая, привязанная на башке. Ух ты чё. А я так тоже хочу. Враги не кончатся, пока у них не кончится еда. Блин, они респаться будут, да, постоянно. Фигово. Хвигово, хвигово. Так, барышня, куда мы пойдем? Я даже не знаю, куда мы пойдем. Ну, давай, наверное, как-то вот сюда. И тут нам нужно как-то где-то здесь. Хорошо, тут нам как-то нужно вот так и как-то так. Двух долгоходячих тут ну да, нужно. Вот что нужно, так это нужно. Так, одного похоронили, но это ничего не значит. Он сейчас, сейчас новый вылезет. Вот как пить дать. Давай вот этой штукой займемся. Вот, Горацио. Здесь мы продолжим, наверное, палить. Так, тут мы немножко ковырнем вот так. И немножко еще вот так. Хорошо, и ентой барышни мы пойдем как-то вот сюда. Дестройером вот так. Все. Да, огонь, конечно, по своим, но никуда не денешься. Огонь клевый. Там взрыв и еще крит. Короче, куча всяких приколов. Нам вот сюда вот нужно добраться. Ну вообще квест такой с ходу довольно долгоиграющий. Насколько я могу судить. Дидить. Колотить. Идрить. А давай заблокируем, если они не смогут сюда перемещаться. Да, вот так вот станем. О, гениальный просто план. План просто гениальный. Давай вот так и вот так. Вот. Так, тут мы, здесь мы вот так подойдем. Нашей барышни-взрывашница и тоже вот как-то так. И все, да? Да. К сожалению. Реально одного бойца не хватает. Было бы веселее. Было бы легче, конечно, но веселее. Но опять же не легче, если мы бы брали сейчас, допустим, у каждого больше, чем 25 уровень, да? А если мы берем с собой, допустим, грибочка, который у нас есть 7-го, то, типа, он довольно-таки слабый, но все-таки 7-ро. Так ведь? Нет, тут мы останемся, тут мы... Нет, тут мы не останемся, мы пойдем вот сюда. А наш дестройер, наверное, отсюда, да? Отсюда сможешь стрелять, да, вот так. Хорошо, хорошо. Да move on, я move on. Не тошни.
Все, я move on. Не, погоди. Нам нужно вот так, наверное. Вот. Так, хорошо. Третий запас еды как-то уйдет. А что они... А, это ножи. Помощник, так сказать. Помощник почти откинулся. На самом деле. Так, не знаю, Горацио, как ты будешь идти? Куда ты будешь идти? Давай вот сюда пойдем. А наша... Да, будет вот так. Так, вот так. И... Вот так. А еще... А еще как-то вот так. И София останется на месте. Да, пускай остается. Или может нам нужно вот сюда вообще проходить? Мы разобрались с их едой, это сильно по ним ударит. Ёлки, мы больше не сможем нанимать бойцов. Пора разобраться с воротами. А, все-таки, да. Хорошо. Хорошо, что мы до этого как-то с воротами разбирались и похожие были. Киви-эсти. Много тесты. Там у нас яблоко и банан. А, еще и хот-дог. Ну, давай вот так, наверное, да? Так, и подтягиваемся тут, вот сюда. Буквально здесь и буквально так. Это все. Чувак, давай не отставай там. В зимней шапке. Шапку зимнюю одел. Думал всех надуть. Согреть или чего там. Бамц. И да, вот так будем действовать. И да. И так. И вот сюда. Мелочь. Ну куда вы лезете вообще? Ну чё вы пристали к нашей? У неё, кстати, здоровья не очень много. Фигово. Ох, класс. Класс. Только сейчас эти две... Штуки взорвутся. Вот отстой, где мы теперь будем искать такие большие листья? Нам нужно защитить еду и вызвать подмогу. Блин. Столбали вы со своими шахтами, переходами, всем остальным. Засранюги. Давай вот так пойдем, да. И как-то, типа, вот сюда, наверное. Как-то потом, типа, вот так. И как-то, наверное, потом, типа, вот сюда. А здесь мы как-то, типа, что-то где-то как-то... Типа, как-то что-то вот так. А это, да, вот как-то, типа, да, вот так. Хорошо. В общем, серия у нас боевая получается. Как-то типа вот так. Мочи его.
Мочи его, Горацио. Только причиндали береги. Ага, хорошо, что подкинул. Вот прям красавчик. Вот так мы и поступим. Так, здесь подойдем, наверное, к бананасу. Тут тоже к бананасу. А здесь к хот-догу. Хот-дога бананасина. Мы... Ты для нас опасина. Бананасина. Бананасина. Подожди, а где наша... Ах, блин. Серьезно? Слушай, вот мы что-то бьем, а они... Во-первых, прибывают. А во-вторых, какие-то слишком крутые у них припасы. Еще больше врагов, быстрее разберитесь с провизией. Стараюсь, дестройер, стараюсь изо всех сил. Ну, что-то как-то... О, смотри, он же меня тут перекинет, да? Давай подлезем к нему, он же перекинет. Походу. Так, вот так вот. И здесь мы останемся тоже. Скорее всего, друзья, я зафейлю эту штуку. Потому что что-то мне не нравится. Что-то как-то мне здесь очень не нравится. Негостеприимно. И слишком агрессивно. Я бы даже сказал. Немного не то, на что я рассчитывал. Ты меня так и не перекинул, да? Ну ладно, я сам подойду. Так, тут мы что сделаем? Что мы тут сделаем? Можем уничтожить так, так, либо... О, да, хорошо. Да, блин, еще только... Вот тебя только не хватало, слушай. Со стрелой в шляпе. Или у шляпки. Со стрелой в шляпке. Шляпка, шляпка со стрелой. Не ходи ко мне домой. Не ходи ко мне домой. Шляпка, шляпка со стрелой. Верминтик остается. Тут мы тоже остаемся. Но Горацио так долго будет ковырять эту штуку. О, клево. Два уничтожили. Один остался совсем, слушай. Ты, хватит пердеть, блин, в лицо. Что ты за человек такой? Так, нам нужно на самом деле с вами браться за ворота потихонечку. Потихонечку, полигонечку. И как-то поставить нашего, чтобы он, да, добил вот эту фигню. Пепестрелка, ты не можешь, типа, да? Тут-то, то есть София. Ладно. Еда уничтожена, теперь самое сложное. Ну да. Капец, а как же наше подкрепление? Сломайте последние ворота. Доставка. Доставка через голову называется. Так, тут мы будем... Лучше издалека добить. Так, тут вот так сюда. Ты у нас как-то бы так определился. О, да, идеально просто положение. Идеально, идеально.
И Горацио, подтягивайся. Вот лупит, а. Вот пердит, ну. Посмотри на него. Пердунская твоя рожа. Ай-яй. Фу. Физкультурщина. Да тик-так, я знаю, что тик-так. И тик, и так, и повсяк. А где у нас меньше всего? Подожди. Осталось... Вот так будем пробивать, короче. Говоря. Короче говоря. Нам нужно завалить главаря. О, клево. Ворота пробиты. Ворота уничтожены! Вызывайте подмогу и защищайте припасы. Сейчас целая армия выскочит, да? Разбей ворота, выполнено. Теперь нам нужно что сделать? Бандиты воруют вещи, верни их законным хозяевам. Ну, типа да. Просто тупо нам нужно уничтожить их припасы. Вот и все. Вот и все, что надо. Но не так далеко. Слушай, мы пока доберемся до них. Тут понареспается, да и хренище всяких чуваков. И тупо нас перебьет. Хотя я не знаю даже, вот может у нас и есть какой-то шанс. На... На то, чтобы выиграть. И не прокачиваются совсем. Вот смотри. Совсем прокачки нет. 24-26 урона против 5. Забой, да? Слабо. Согласен. Более чем согласен. А, так, погоди. На самом деле я бы... Ну ладно. Давай, значит, вот эту штуку будем бить. Так. И София пойдет вдаль. Но опять же, я не знаю. Пепперминтик, держись там. Хоть как-то. Ай, о, ну вообще красопета, блин. Ну, офигеть. Слушай, вы не могли вообще этих здоровяков-кабанов подмутить тут, нет? Никак? Пам-пам-пам-пам-пам-пим-пам-пам-пам. А, сетка. Блин, фигово как. Как же фигово, а? А здесь, если я пойду... Не достану вот эту дальнюю. Ну что ты будешь делать, а? Ладно, куда пускают, туда и пойдем. А чувака завалили, да, помощника? А-а-а! Пепперминтик, ты куда? Как же я без тебя? Ох, она нам... Хана нам хана. Наверное, немножко совсем хана. Никак туда не доберусь, да? Фигово. Вот так подойдем. А, и будем надеяться на чудо. Случится чудо. Крит очень редкий. Вот у нас оружие практически все по криту. Но он такой редкий, что пипец.
Так, сбежать? Да нет, какой бежать? О чем ты? О чем ты, какой бежать? Сюда. Сюда. И все, да? То есть, что, два человека только осталось? Ты, ё-моё, я ж не справлюсь один. Пожалуйста, прокачайтесь оба. Я вас очень прошу. Дестройер. Сорян, чувак, сорян. Да, походу мне нужно бежать, потому что я в любом случае не доберусь до... Да по груши ты бей, нафига тебе этот... Нифига себе, слушай. Вот это жопа. Да. Так, ладно, 117 золота, 134. Не очень форт клетчатка. Совсем не очень, не понравилось мне. Не понравилось. Так, давай посмотрим, что у нас тут новенького такого появилось. А, метательное, типа, да? Понятно. Здесь еще какой-то... Нет, на самом деле нет ничего нового. Тут у нас тоже не особо, да? Смотри, вот оружие получается. Крит. Крит 16. Пробитие брони 100%. А что-то ну совсем никак. Вот вообще никак. Ну тут тоже типа самое лучшее. У меня в животе бурчит. Ну, типа, да, такие себе, ну, не очень. Ну, куда? 6 урона. Хотя у нас, что тут, 8. Да, 8 урона, видишь, 75. А это слишком тяжелое. Все остальное такое же, как и это. Фигово. Реально фигово. Я не думал, что мы продуем. Но, видимо, такова наша судьба, друзья. И такова судьба видео очередной серии Pit People. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Я, наверное, сам немножко еще прокачаюсь и выполню этот квест. Но он довольно-таки интересный и сложный, блин. Вот все сложные квесты, там, где нам нужно уничтожить либо, как здесь, припасы, либо палатки. И еще, кроме того... Пробить ворота слишком сложно. Реально даже одного помощника выдали, но вот что-то как-то совсем, ну... Даже если было максимальное количество здоровья, то я думаю, что мы навряд ли бы справились с этим делом. Ну и учитывая то, что, конечно, я еще своих мочил, кроме всего прочего, своими же чуваками, то есть Friendly Fire присутствовал, но, блин, без него очень сложно. Очень сложно. Чуваки, которые бьют в ближнем бою, они очень мало проходят вперед. Ну, то есть ходов имеют по гексам. И это, конечно, печалька. Нужно подобрать специальных таких бойцов каких-то, слишком замудренно подумать, замучено надумать, чтобы пройти этот квест. Хотя 4 черепка, но... Тем не менее, спасибо еще раз, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ссылка на плейлист в описании под видео. Я вас буду ждать. Буду ждать ваши комментарии, буду ждать ваши лайки. И в других видео я вас тоже буду ждать, так же, как и в следующей серии. Пока.